Тету. Не знаю, блин. 1 000 000 евро. Я выиграла лотерею, так что давайте мне мой миллион. Что ты выиграл? Покажи, что ты выиграл. Это ваш лотерейный билет? Конечно. Вы его купили или украли где-то? Конечно же, я его выиграл. Как, что значит, лотерейный билет не выигрывается? Выигрывается выигрыш, а лотерейный билет покупается. Значит, я его купил. Вот, поэтому ты должен чек с магазина принести. В каком магазине? Хочу свои деньги, я выиграл лотерею. Так еще, ты слабо просишь, надо просить как положено. Быстро! Банк закрыт еще? Еще банк закрыт, банк когда откроется, мы проверим вашу личность, кто вы такой. Где? Так где? Сейчас мы вам принесем все бумаги, нужно будет расписаться. Как ваша фамилия? 1, 2, 3, 4. Ясно, понимаем. Мы знаем такую фамилию, она очень известная. Но 5-й был еще лучше. Так что, где бумаги расписать? Секретарь, надо выдать выигрыш в 1 000 000. Только чего не знаю. Сколько здесь написано? 1 000 000. Это вам нужна квартира подешевле? Да, мне. Вы хотите ее посмотреть? Конечно. А когда вам удобно? Я думаю, сегодня вечером. Хорошо, я пришлю вам адрес. Да, тут нужен ремонт. Угу. Начало положено. Да, кажется, мне нужна помощь. Новая хатка. Кончита, кончита, а, кончита, кончита, кончита.